Меня зовут Дарина, и сегодня я хочу вам рассказать, что в моей косметичке. У меня есть два парфюма, мне подарил муж. Один цветочный, и мне он нравится, скажу честно, больше. Запах акации. Вот, но он очень такой более резкий. Использую, если иду на какие-то мероприятия вечерние, но не на каждый день. Такие два парфюма. Это от Lancôme. И что еще здесь у меня? Дезодорант Nivea. Вот, также у меня есть Nivea, это крем. Просто обычный крем для лица. Я его наношу перед тем, как вообще начать свой макияж. Потом у меня вот такая тоналка, которая со мной уже год, и она не заканчивается вообще, не знаю. Просто мне ее купила моя сестра на Валприс с SPF 15, то есть это защита от солнца. Как раз это у нас в Египте, это самое то. Это у меня шиммер, который я еще привезла с Израиля, то есть мужу не знаю сколько лет. Я его использую как тени, очень классно получается, и у меня специально к этому шиммеру есть кисточка. В общем, это у меня в наборе такой. Это тоже 100 лет, но он никогда не заканчивается у меня. Это такой, ну, гель, да, для бровей, тоже у меня кисточка специально к нему, то есть чтобы брови как были как будто заламинированы. Вчера я купила кое-что новое, это такой... На английском это будет eyelash curler, а на русском это, ну, для закручивания, прибор для закручивания ресниц. У меня такая тушь, она неплохая, я ее купила здесь в Египте. В общем, вот такая вот. Ну, я думаю, что у меня скоро закончится, нужно покупать новую. Кисточка мне очень нравится, потому что я только так наношу пудру. Пудра тоже уже почти закончилась от Avon. И... Вот такая она у меня тоже очень долго, хорошо, я ее после того, как нанесу тональник, я вот использую пудру с кисточкой. Это также кисточка у меня для того, чтобы у меня были тени для бровей, но они только закончились, я их выбросила, и кисточку я решила оставить. Вчера я купила такую подводку, потому что у меня тоже подводка-карандаш была, я ее сегодня выбросила, она у меня закончилась. То есть даже она не то, что закончилась, она у меня высохла, я, скорее всего, не знаю, Джорджи, наверное. Такой у меня карандаш-консилер от Max Factor. Пенстик вот такой. Я его не часто наношу только, может, под глазами. У меня что здесь, пилочка для ногтей. И вот эта кисточка для теней. Такие у меня тени, такая палетка. У меня я уже очень тоже долго пользуюсь, 2 года. И этими я пользовалась каждый день, поэтому у меня начали заканчиваться. Все мои, не часть, наверное, не все. Это мои карандаши для губ и помады. Большая часть у меня такие розовые, коричневые, персиковые, ну, в общем, такой у меня липглосс, да, так сказать, блеск. Вот такие маленькие, это матовые, здесь такой более красный и розовый. Must have, я их очень люблю, они у меня уже почти все позаканчивались, я ими только и пользовалась. И на этом все, это то, чем я каждый день пользуюсь, делаю свой макияж на работу. Вот, я бы хотела, конечно, расширить свой ассортимент косметики, я думаю, что я это сделаю в будущем. Но на сегодня это все. Спасибо за просмотр, всех люблю, всем пока!